вставайте, мы уже на Ибице. Картошку, огурец, колу, салфетку. И тогда я взял мужика за плечо и тихо ему сказал: я убью тебя, лодочник. Я убью тебя, лодочник. Я убью тебя. Пацаны, ну спасибо, что зашли на новоселье ко мне. От души. Спасибо. С новосельем, красавцы. Спасибо. Спасибо, пацаны. Спасибо. От души. От души. Вот это я понимаю, вид. Вот это пацаны, спасибо, что зашли. Мне реально приятно. Спасибо. От души, пацаны. С новосельем. С новосельем. Разговоры из серии: нахрен крем, крем для девочек. Я же черный пацан, черные пацаны на солнце не сгорают. Заканчивается вот так. Огонь! Солнышко печет как надо. Загар чернорабочего или загар таксиста. Будем что-то думать. Может, огурчиков к лесу. Уважаемый Рамзан Ахматович, находясь здесь на самой высокой точке в городе Грозный, я от всей души хочу поздравить вас с сегодняшней инаугурацией и, конечно же, с днем рождения. Счастья, здоровья, крепкие друзья, братья, они всегда рядом. Рамзан Ахматович, от души с днем рождения и с инаугурацией. В Грозном погода просто сказка. Плюс 25. Два счетчика, шеф. Это понты. Нет-нет, любимый, я лечу в Москву, чтобы подарить цветы. Where you from? Where that at?
Не был на гастролях с Ростова. Все наша команда, команда, поехали, команда. Поехали. Летим к тебе, Омск. Да-да, живу на полную катушку и так буду жить всегда. Алло, Москва, заберите меня обратно. Устал я. Совсем плохой стал. Рамзан Ахматович, мы с Адамом празднуем день рождения сегодня. Вроде все в сборе. Только вас очень не хватает. Вас не хватает. Мы вас ждем. С нетерпением. Кто это? Какой, кто там? Какой из них? Не-не, там кто смотрит на нас? Вот это что ли, бородатый? Там кто смотрит на нас? Салам алейкум. Обстановка? По кайфу. По кайфу. Ну все, вот поженили Вальтера. Поженили Пашу. Я от себя лично от клуба холостяков обещаю нести и дальше это доброе имя. Нести эту традицию в одного теперь. Поздравляю. Пабло, белиссимо, Пабло. Per favore, Pablo. Ripeti dopo di me. Силы мысли. Я вызываю тебя, Драник. Драник. Какой-то цыган. Сырник. Это какой-то цыган. Драник, ты оказывается сырник. Загар так и липнет. Мощный такой, четкий загар. Погода по кайфу. Тимур Эльдарович, вставайте, мы уже на Ибице. Не, надо еще раз отвечаю. Вот это по кайфу тема. Волшебный эффект Панамы. Обстановка по кайфу. Ещи. Все чаще в последнее время читаю комментарии. Тимати, ты хач, чурка, чурбанты, черножопый. Да, это я. И чё? Салют, Ибица! Наша страна! Наша страна! Наша страна!
Красоту своей сгубили пацана. Сходим на свидание в лучший ресторан. Прокачу на лаве седан. Ты послушай меня, седан. Баклажан. Эти длинные ресницы, черные глаза. Красоту своей сгубили пацана. Сходим на свидание в лучший ресторан. Прокачу на лаве седан. Ты